Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 6 июня 2022 года, появилась вот такая информация с Генерального штаба Украины. На границе Беларуси и Украины находятся войска Российской Федерации с комплексами «Искандер» и «Панцирь». Вдоль границы с Украиной на территории Беларуси присутствуют подразделения российских войск, у которых на вооружении состоят ОТРК «Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», зенитно-ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации. И вот когда мне, простому человеку, простому гражданину Украины, говорят и пытаются внушить, да все нормально, не беспокойся, они просто там тусуются и все. Я лично считаю, что это самообман. Нельзя самообманом жить. Я считаю, что в любой момент нужно ждать, что Лукашенко применит, так сказать, свои вооруженные силы на территории Украины. А вот эти все комплексы, «Искандеры» и «Панцири» будут, так сказать, поддержкой для этой армии Беларуси. Это мое такое мнение, мнение простого человека. А вы вот что думаете по этому поводу? И стоит ли жителям Волынской и других областей готовиться к худшему? А может быть, вывести все-таки детей и женщин с этих городов и областей, хотя бы прилегающих к территории Беларуси. Я лично считаю, что если бы моя семья, жена, дети были там, я бы уже давно вывез их подальше от Волынской области, от границы с Беларусью. Это очень опасно. Я лично считаю, что нужно недооценивать эти опасности. Лукашенко в любой момент пойдет. Я вам говорю, он готовится к войне, к полномасштабной.